Так, дальше что у нас? Изготовление. Здесь у нас получается также прокачка всех наших девайсов, грубо говоря. То есть кобура, компоненты, шкура тибетского волка, 3 штуки. Одно нас оружие, можно пистолет, еще одно оружие. Значит, 3 раза можно будет ее прокачать. Пока у меня ничего нет, соответственно. Бумажник, также деньги, что-то очень много, 250 тысяч, 500 тысяч. Ага, 2 шкуры нужно, чтобы уже это сделать. Рюкзак, 60 предметов, ну и так далее, увеличиваться будет. 30, 60, наверное, 90, 120. Инъекторы по 1 штуке прибавляются, 3-4. Сумка с приманками тоже по 1 штуке. Стрелы. 10 болтов. Интересно, что-то новое. Тяжелые боеприпасы. Можно носить больше обычных сигнальных ракет. Сигнальные ракеты. Что-то новое. Боеприпасы для огнемета и гранатомета. Так. Взрывчатка. С4, 3 мины. Все было. Молотовые метательные ножи появились. Вот что новое. Сумка с патронами. Так, пистолеты, ППН, пулеметы. Все, в принципе, так же осталось. Добавились ножи. Прогресс, но это по времени коллекция. В рюкзаке, значит, у нас показано, что есть. Правда, вот сортировать вот, по цене. Трубка для курения опиума. 3 штуки. Ага. 1 штука. Продать. Применение. Скальпель продать. Только продать получить. А, вот изготовить снаряжение. Ну да, здесь получается сохранить записка от мамы. Ну куда мне его бросать? Сохранить? А пусть сохранено, ладно. Рюкзак. Разобрали. Ладно. Кират короля Минна. Ага, здесь у нас указана вся информация сын Кирата. Это за кого мы играем, получается, Эджил Гейл. Нарпан, это чувачок, которого забрали в начале игры. Так, это получается мама. Нет, ну... Да, получается, это мама. Так, это главный, наверное, Золотого пути. Король. Понятно, Золотой путь — это наши союзники. Места. Но мест больше нет. Животные. По мере прохождения будут открыты. Так, потерянные письма. Ага. Так, ну это стандартно, только тогда читать их можно было только при поиске. Здесь они будут сохраняться. Дневник Моханагил. Знаешь, какие-то доп-миссии.